Здравствуйте, дорогие зрители. Сабина Ханум, когда нам обратилась, у нее была высокая миопия, и она страдала от близорукости. Мы сделали ей коррекцию зрения, и сейчас у нее 100% зрение. Сейчас она поделится с вами со своими впечатлениями. Здравствуйте, меня зовут Сабина. Я очень долгое время страдала от миопии. Подруга мне порекомендовала Гюльшан Ханум, так как недавно сама сделала у нее коррекцию зрения, операцию по коррекции зрения. Недавно у меня тоже прошла операция по коррекции зрения, и теперь у меня 100% зрение. Я очень рекомендую всем Гюльшан Ханум.